Новости спорта. Результат встречи сильнейших команд города «Титан» и «Кристалл» в рубрике «Лыткарина спортивная» с Романом Завьяловым. Новости футбола. Сразу две великолепные девятки. 17 мая стадион «Полета» до отказа заполнился специалистами и зрителями, пришедшими на матч двух сильнейших команд города, а именно «Титана» и «Кристалла». Игра началась с минуты молчания в память о бывшем игроке «Кристалла» и «Титана» Иване Серикове. Футболисты вышли на матч с траурными повязками на рукавах. В ходе первого тайма обе команды остро атаковали. Несколькими отличными сейвами отметились вратари Павел Селезнев и Александр Баскаков. На 17-й минуте после навеса Андрея Сысоева Сергей Евсеенков пробил головой, вратарь «Кристалла» мяч парировал, а первым на добивании успел Александр Никифоров вывести «Титан» вперед. На 25-й минуте с передачи Артема Павлова великолепным дальним ударом в правую девятку ворот счет в матче сравнял Артем Гришкин. Через две минуты, воспользовавшись передачей Артема Гришкина, Илья Сюткин вывел «Кристалл» вперед. Во втором тайме Илья Сюткин смог после рикошета оформить дубль, сделав счет 3-1 в пользу «Кристалла». В середине второго тайма великолепный гол дальним ударом в левую девятку ворот забил Станислав Мигунов. 3-2 победил «Кристалл» ЗОС. Роман Завьялов, Алексей Устинов, Александр Тестов. Новости Лыткарина.